прицеп-тележка для дизель-генератора, который важит порядка 6 тонн. Значит, мы применили здесь колесные диски Mercedes Vito, покрышки 235 на 65 R16C, Мишелинки. Тут идет тонна 200 нагрузка на одну покрышку. Ося 60 на 60, стенка 5 с отрицательным таким вот прогибом в обратную сторону. Сейчас колеса стоят как у Татры, а потом, когда он нагрузится, колесики, естественно, станут ровно и будет просто бомбочка. Люди просто попросили светотехнику поставить, чтобы перекатывать с организации на организацию. Винтовые опорные стоечки вот с такими зачетными пяточками, чтобы винт, когда крутится, а пяточка проворачивается, естественно. Рама 120-й швеллер. Дышло на болтовых соединениях. Сцепка, как говорится, ЗИЛ-КАМАЗ или же петля НАТО. Колесо отката на 500 кг автомат.